В Подмосковье порядок зимней уборки регламентируется законом о благоустройстве Московской области. Согласно регламенту, как только получено предупреждение от метеорологической службы о начале снегопада, проезжая часть дорог, эстакады, мосты необходимо обработать противогололедными реагентами. Также заблаговременно нужно подготовить и расчистить места для временного складирования снега. За 12 часов после окончания снегопада коммунальщики должны очистить от снега и наледи остановки общественного транспорта. Внутри дворовые проезды, контейнерные площадки и подъезды к ним, тротуары и другие пешеходные зоны. В течение 24 часов после окончания снегопада в первую очередь снег вывозят от остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов путепроводов и от крупных торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров, выездов на территорию больниц и других социальных объектов. За соблюдением выполнения нормативов уборки снега следят административно-технические инспекторы Московской области. Сотрудники ведомства в оперативном порядке реагируют на жалобы населения по поводу уборки снега в аккаунтах Госадмтехнадзора в социальных сетях, а также на портале Добродел. В Сергиево-Посадском округе работает несколько десятков управляющих компаний, в обязанности которых входит содержание дворовых территорий, подъездов, в крыше подвала в безопасном состоянии для людей и имущества. Если управляющая компания не реагирует на заявку, необходимо позвонить по телефону единой диспетчерской службы +7 496 55 11 12. При несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях следует незамедлительно позвонить по телефону 112. Звонок бесплатный и доступен даже при отрицательном балансе телефона. Семен Семенов, Алексей Петров, День города.